Наша шестерка, команда «Ростов-Дон-3», сегодня сыграет в следующем составе. Номер 1 – Злата Щербакова. Номер 5 – Евгения Крылова. Номер 14 – Екатерина Рождественская. Номер 21 – Анастасия Ясницкая. Номер 29 – Диана Ковалева. Номер 31 – Галина Манисян. Номер 34 – Анастасия Филатова. Номер 38 – Дарья Харунжая. Номер 43 – Виктория Орехова. Номер 44 – капитан команды Алена Баландина. Номер 45 – Ника Печенкина. Номер 70 – Дарья Рогожина. Номер 73 – Мария Попова. Номер 87 – Юлия Луганцева. Номер 91 – Александра Мартынова. Номер 95 – Ксения Смотрова. Официальные лица команды «Ростов-Дон-3». Главный тренер, мастер спорта, заслуженный тренер России Сергей Анатольевич Белицкий. Тренер команды, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России Марина Геннадьевна Калюжина. Представляем состав команды «Кубань-2», спортивная школа, Академия гандбола, город Краснодар. Номер 9 – Полина Толстокорая. Номер 12 – Варвара Тайкова. Номер 18 – Ксения Чехенко. Номер 22 – Амина Шивацукова. Номер 26 – Мария Костелова. Номер 29 – Софья Шилова. Номер 34 – капитан команды Алиса Морозова. Номер 41 – Полина Ботова. Номер 50 – Милана Меньшикова. Номер 53 – Анастасия Киселева. Номер 55 – Мария Новоселецкая. Номер 57 – Екатерина Нечаева. Номер 72 – Елизавета Гаврилова. Номер 76 – Анна Черникова. Номер 96 – Анастасия Бардиш. Номер 99 – Анастасия Девятко. Официальные лица команды «Кубань-2» – тренер, мастер спорта Оксана Владимировна Светенко. Арбитры на площадке, судьи Федерации гандбола России, представляющие город Волгоград, Иван Ацман и Давид Гуляев. Делегат сегодняшнего матча – судья Федерации гандбола России международной категории Валерий Николаевич Худаненко, город Саратов. Звучит государственный гимн Российской Федерации. Прошу всех встать. Oh!
обеспечению справедливых условий для всех игроков, официальных лиц и судейской бригады. И в интересах гандбола мы обращаемся к вам с просьбой поддерживать вашу команду дружелюбно и справедливо по отношению ко всем участникам и зрителям. Спасибо. Thank you.
поражение получила Полина Толстакова, номер 9, команда Кубань 2. Забросила Анастасия Киселева, номер 53-4-4. Thank you.
опустите, ноги есть линия, опусти. Слушай, я тебе буду подсказывать. Дочек! Шивасюкова, номер 22. Thank you.
Завершена Ксения Смотрова, номер 95. До первого тайма 6-10, впереди Ростов 3. Thank you.
также Василий Владимирович Попов, номер 73. На 2 минуты удалена Александра Мартынова, номер 91, команда «Ростов-3». Центровочный бросок реализовала Мария Костелова, номер 26. Завершила Анастасия Девятка, номер 99.
минут до конца первого тайма. Thank you.
Последняя минута первого тайма. Мы желаем заморожен номер 34. Закончился первый тайм со счетом 10-15. Впереди команда Ростов-Дон 3. Две минуты удалена Варвара Тайкова, номер 12, команда Кубань-2. Кубань-2 играет в полном составе. Руками.
Руки. Сюда, сюда! Разговор не слышит. Руки не опускаем. Вы достали, а?
Вот так.
Руками. Уходи, уходи. Уходи. Хорошо, Юля, да, хорошо. Хорошо, хорошо. И смотри под себя. Потом. Руки. Под сюда. Забирай. Спокойно. Края мяч. Центр не варим, Леша Филов. Ника, за слово входит.
Ростов проигрывает в полном составе. Азербайджан Никол Пичугин, номер 45. Матча 16:25 впереди. Команда «Ростов-Дон-3». Я запросила Мария Попова, номер 73.
Даже прошла Виктория Орехова, номер 43. Молодец, молодец, давай, защищайся, давай. Что ты страдали, кто тебя делает? Давай. Отдельно, отдельно. Защищайся, Орехова, линия у тебя. Руки! Руки! Наша женщина Сергеева, номер 29, 17, 27, впереди Ростов 3. Наша женщина Виктория Орехова, номер 43. На 2 минуты у меня на арене на Ростовского 31, пока Ростовского 3. Забросила Алена Баландина, номер 44. Thank you.
Ростов 3 играет в полном составе. Изобразила Мария Попова, номер 73. Атака, Катя, здесь. Последние 30 секунд. Маша, говори, она не... без берегов. Она ничего не понимает, ничего не видит. Забросила Галина Манисян, номер 31. Матч окончен со счетом 18-31. Победу одержала команда «Ростов-Дон-3».